Хозяйка каждого участка стремится сделать дворовое убранство максимально красивым и удобным. Однако получается это далеко не у всех. Ведь для того, чтобы общая композиция вышла целостной, нужно приложить максимум стараний и усилий. Не лишними будут и знания основ ландшафтного дизайна, врожденное чувство прекрасного и наличие времени. Татьяна Пожиган прекрасно сочетает в себе все необходимые качества и никогда не останавливается на достигнутом. Результат налицо. Первое место в области – самая высокая оценка стараний женщины. У нее на сегодняшний день и корова, и теленок, и лошадь, и индоутки, и птица, и поросята. А еще сам по себе участок украшен совершенно необычными придуманными малыми формами. Как правило, на этот конкурс выставляются подворья каждым сельским советом, и комиссия принимает решение, какое подворье оказывается лучшим. Итак, в этом году было. Вы выбрали одно из подворий, это Пожиган Татьяны Евгеньевны, которая проживает в Ананчицах. Мы очень даже надеялись, что это будет самое лучшее подворье в области. Когда мы подали материалы на областной совет ветеранов, который проводит этот конкурс в рамках области, то мы оказались первыми. Хорошие результаты наступления холодов не повод отдыхать, ведь зимняя пора требует особенных украшений, и значит, любители прекрасного не смогут удержаться и от новогодней тематики на своих участках. И кроме того, обдумать планы на украшение участка к следующему конкурсу. Ведь уже в следующем году шестой по счету конкурс по благоустройству найдет своих новых победителей и порадует всех свежими идеями и творческими решениями.